И всем привет, ребят, все Алим Правда, и сегодня мы опять-таки вернулись, конечно, в карте Матуда, но не с простым, конечно, но таким баком, ребята, потому что об этом мне сообщил мой подписчик. И, ребята, сегодня я хочу проверить вот этот вот баг, который вы видите на экранах, да, это скинул мне подписчик, ну, недавно уже вышло, несколько дней назад, конечно, новое обновление в карте Матуда, а уже мои подписчики находят новые баги, да, это очень интересно, по моему мнению. Вот эту вот фотография, и реально будет это реалистично, и то, что реально от этого шуга, потому что мой подписчик нашел такой баг. Да, многие подписчики мне скидывают очень много багов, конечно, в мою вкладочку, и я только взял сегодня вот этот вот самый интересный, конечно, баг в карте симулятор 2. И в этом ролике, конечно, я хочу посмотреть, на этот баг работает ли же или нет, ребята, так что давайте уже присаживайтесь поудобнее, ребята, принесите себе вкусняшку, чайку, а давайте мы уже не будем томить и начинаем. Ребята, я в последнее время, конечно, начал много времени залипать на телефоне, а знаете почему? Потому что я начал залипать на проекте SmartRP. А ты не знаешь, что это за проект? То я тебе сейчас расскажу. Эй, дружище, ты еще не знаешь про SmartRP? Тогда слушай внимательно и запоминай! Это популярнейшая онлайн-игра на твой телефон с открытым миром. Ты можешь играть со мной или своими друзьями прямо сейчас. Тут все как в реальной жизни. Мы сделали собственную карту, на которой ты найдешь даже здание из своего города. А еще у нас сотни тачек, начиная от «Жигулей» и заканчивая обалденными «Макларен». Ошалеть! Тут есть даже работа официантом, таксистом, дальнобойщиком, водителем трамвая или машинистом поезда. А может, ты всегда хотел стать криминальным авторитетом и ездить на разборки? Или стать полицейским, объявив конец преступности? Генерала армии, голосовой чат и множество развлечений помогут тебе полностью погрузиться в игру. Быстрее устанавливай SmartRP на свой телефон и подключайся к нам. Более 30 миллионов игроков уже с нами. Ссылка на скачивание будет в описании. И лично от себя делаю тебе подгон. Эксклюзивный промокод на эту тачку. Жду тебя в игре. В этом ролике, ребята, я хочу об этом, конечно, поговорить. Как видите, на фотографии есть майбах, который подписчик повторил мой майбах, но неспросимый, конечно, багажника, потому что он сломал игру. Короче, вы все знаете, что я сделал обзор на новое обновление, и подписчик посмотрел, какой градиент, конечно, я сделал, и после этого он повторил тот же самый градиент мой на майбах, если вы понимали, что вы понимали. И после этого он зашел, конечно, в автомастерскую, чтобы, конечно, сделать точно такую же тачку и поставил, конечно, автобокс. И с каким-то чудом у него залагала, конечно, игра. И после этого у него, конечно, случился вот этот вот баг. И он мне скидывает это. Но я не знаю, как это в физике работает, потому что тачка, по сути, должен перевернуться из-за веса, ребята. Но я не знаю, я у него попросил подробностей. Он сказал, что, конечно, заехал в автобокс. Мастерской, типа, поставил там автобоксик, и все, дальше у него залагала игра, и больше ничего, то есть этот баг, конечно, сработал. Давайте сейчас мы это проверим, конечно, на Mazda 6, посмотрим, сработает ли это или же нет. Вот тот самый автобокс, давайте прямо сейчас его и проверим. И, ребята, что-то игра залагала. Нет, да, у меня чуть-чуть игра залагала. Ну, конечно, я поставил багажник, но какой-то баг, типа, не особо не почувствовал, типа, то есть я не почувствовал особый баг, как видите, тут самый багажник, тут ничего нету, то есть все на месте и такого ничего нету, то есть реально этот багажник, то есть как видите, все нормально, как настоящий багажник, то есть все стоит на месте и еще так далее. Но, ребята, реально вот просто посмотрите, как этот баг просто у него получился, а у меня почему-то не получается по каким-то, не знаю, что
что, почему не получается, потому что у него типа залагал и получилось так. Давайте попробуем поставить этот багажник. Ну, как видите, ну, особого лага тут я не чувствую, то есть опять-таки не залагал. Кстати, еще опять-таки, чтобы это поставить, нужно опять-таки посмотреть рекламу, ну как это работает. Но, ребята, давайте проверим, конечно, вообще брак не сработает ли или сработает. Кстати, только что на секунду почему-то залагал игра, я не понимаю, почему залагал, но на секунду, конечно, залагал игра, и да, эта кнопка реально крутая, кстати, вот так можно ехать и открывать двери. Ну ладно, ребята, как видите, я вообще особо, конечно, пока не чувствую, как в игре, ребята, давайте, может, попробуем проедеться, ну, может, это работает баг, не знаю, на третьем, конечно, на автобоксе или как, или вообще не понимаю, почему у меня не работает этот баг, но я верю в то, что этот баг должен сработать, потому что если у него залагал и случился какой-то баг, типа, не знаю, как это может случиться, но я думаю, что это реально может случиться из-за того, что просто разработчик, ну, что-то перепутали, или же связано с тем, что просто у него залагал, конечно, телефон, или же игра, может, у него телефон, конечно, слабый и еще не дополнен оптимизацией. Это бета-тест, потому что как бы разработчик выпускает бета-тест, после того, как добавит оптимизацию и так далее, еще сработает, то после этого выходит, конечно, обновление. Ну ладно, давайте теперь проверим на этом багажнике. Все, я поставил, конечно, багажника, и я вообще не чувствую лагов. И да, пока что не чувствую, да, вот, я не чувствую пока что лагов. И да, все нормально, пока что работает, как видите, без лагов, все без такого, но может давайте опять-таки попробуем проехаться, но уже с другой стороны, конечно, у меня я пока что не чувствую, может, у этого человека был, конечно, не оптимизированный симулятор автомобиля, да, как вы понимаете, разработчик, почему же выпускает бета-тест, чтобы проверить оптимизацию, все ли работает, все же нормально, или же все-таки нет, ну, что я там, посмотреть оптимизацию, нормально или же нет, но сперва разработчик, конечно, выпускает бета-тест, чтобы проверить, все же работает, и после этого оптимизацию добавляет, и после этого уже выходит, конечно, самообновление, и как видите, да, все нормально пока что у меня, или это из-за того, что у меня, конечно, поставлено, ну, все высокие качества, и у меня нормально так работает и не лагает вообще. Может, это связано с того, что у него Maybach, а у меня не Maybach. Давайте, конечно, выберем прямо сейчас этого Maybach и посмотрим, сработает ли это на Maybach или же нету. Так, давайте посмотрим прямо сейчас, давайте найдем, где этот Maybach у меня находился, ребята. Вот, ребята, вот тот самый Maybach, который подписчик, конечно, пытался со мной повторить. Это он, у меня другой автобокс стоит прямо сейчас. Давайте поставим тот же самый автобокс и посмотрим, да, сработает ли этот баг или же нет. Ну вот, ребята, мы уже в игре. И все, ребята, давайте прямо сейчас, конечно, мы проверим этот баг, сработает ли этот баг или же нет. Давайте сейчас поедем к автомастерскому и посмотрим, конечно, сработает ли вообще этот баг. Но, ребята, это... А, кстати, у нас вот этот багажник стоит. Давайте попробуем поставить это. Ну все, короче, я, конечно, поставил этот багажник. Давайте теперь проверим, сработает ли это, нет. И опять-таки, конечно, у меня залагал почему-то игра, но пока что самочувствие в этой игре все хорошо. И все нормально работает прямо сейчас. Как видите, да, реально все нормально и нету никаких лагов. Но почему-то у подписчика, конечно, этот баг как-то сработал. Я чуть-чуть в шоке от этого, ребята. Давайте попробуем прямо сейчас поставить другой багажник и посмотрим, залагает ли у него или же нет. То есть у меня. Давайте прямо сейчас попробуем это и сделать. Давайте прямо сейчас заходим вот сюда и поставим вот это. Вот этот вот автобокс. Ну вот все, я уже поставил второй, конечно, багажник опять-таки. Давайте проедемся и в нем тоже посмотрим, сработает ли этот у нас баг. И как видите, когда мы выезжаем, конечно, из автомастерской, то у нас почему-то залагивает, и я думаю, что если, ну, попробовать на третьем уже, может сработать и баг, или же нет, ребята. Давайте, конечно, мы сейчас попробуем этот на третьем багажнике, автобоксе, но пока что на этом автобоксе у этой тачки самочувствие реально хорошо, то есть реально это очень круто, и по моему мнению, это реально очень круто, конечно, выглядит. Давайте прямо сейчас, конечно, поедем к сторону автомастерского, и мы прямо сейчас попробуем поставить третий
найти багажник, уже автобокс, и посмотрим, залагает ли этот автобокс, то есть сработает ли у нас этот баг, или же нет. Все-таки давайте прямо сейчас мы это и проверим. Так, выбираем третий автобокс, и давайте его уже и поставим. И все, я уже поставил, конечно, третий багажник, и вот давайте проверим, сработает ли или же нет. Да, вот как видите, тут в этот раз уже не залагал, как видите, ребята, все, а чуть-чуть залагало, но ладно, ничего, ребята, как видите, все, конечно, нормально работает и ничего не лагает, ребята. Как видите, все нормально работает. Не знаю, как у подписчика сработал этот баг или же нет. Ну, короче, я не знаю, ребята, как это сработало. Ну, ребята, если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ссылку, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И, ребята, всем пока-пока. Увидимся в новых роликах. Всем до скорой встречи и всем, ребята, пока-пока.